Специалисты по охране животного и растительного мира отмечают, нарушители законодательства редко признают свою вину и редко готовы нести заслуженное наказание. Как правило, люди, приступившие закон, до последнего пытаются уйти от ответственности, порой решаясь даже на крайние меры. Подтверждение тому недавние случаи, когда для защиты своего здоровья и жизни инспекторам приходилось применять оружие. Чтобы в такой экстремальной ситуации специалист смог быстро сориентироваться и принять правильное решение, проводятся подобные учебные мероприятия. Руководством государственной инспекции принято очень разумное решение ввести в систему практические занятия. С согласия войсковой части мы уже традиционно несколько раз в году на полигоне отрабатываем учебные стрельбы, а также приемы обращения с оружием. В рамках учений инспекторы проверили свои навыки в огневой подготовке. Приняли участие в теоретических лекционных мероприятиях, а также понаблюдали за работой коллег во время проведения задержаний нарушителей. Что ж вы творите так? Руки за спину. Последнее, конечно, было инсценировкой, но, к сожалению, бывают подобные попытки уйти или уехать от наказания и в реальной жизни. Чаще всего решаются на такие поступки лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Хотим людей научить, чтобы они были готовы к любой ситуации, как бы она ни развернулась на практике. Почему? Потому что рассчитывать в лесу в темное время суток, ну, кроме как на себя, особо не на кого. Наш человек должен быть готов и понимать, в какой ситуации он может применить оружие, в какой ситуации все-таки можно это избежать максимально. Конечно, пытаемся максимально уйти от применения оружия, это крайняя мера. Организаторы учений отмечают, с каждым годом уровень самого мероприятия, равно как и подготовки специалистов ведомства, растет. Охота и рыбалка всегда были и останутся популярными видами досуга. Но важно, чтобы такой отдых не наносил вреда природе и самому человеку. Следить за этим процессом, предупреждать, а если необходимо, и пресекать нарушения – задача сложная, но важная. И ее выполнение напрямую зависит от уровня профессионализма сотрудников ведомства.